важно, чтобы действительно побеждала дружба. Посмотрим, как уже пойдет сама гонка, но ну, уверена, конечно, каждый будет бороться. Это большой праздник для всех, и очень здорово, что вот такая интересная, яркая компания у нас сегодня собралась, и будет, уверена, интересно всем болельщикам. Самое приятное, что вот малыши, начальная школа, ну просто, понимаете, бум после таких соревнований. У детей появляется желание, стремление, и это нам, учителям физкультуры, это только на руку. Привыкли получать эти эмоции, что, наверное, печально от того, что мы не сможем, наверное, каждый старт получать вот эти эмоции и видеть, наверное, результат своей работы практически каждый день или там три раза в неделю. Конечно, я буду скучать по этим эмоциям, но сейчас очень много есть соревнований для любителей, и, наверное, я все захочу опять вот увидеть себя в роли какого-то спортсмена или из любого вида спорта. Я могу выйти и пробежать, и этого мне, наверное, будет хватать уже. Очень приятно выступать на той трассе, на которой я выступал в 91 году последний раз на чемпионате мира. Я помню до сих пор этот день. Мы заняли первые 4 места, а потом снег растаял. Но я думаю, что на этом чемпионате Европы он не растает, и наши выступления будут удачными. Нужно понимать, что кто-то только недавно закончил год назад, кто-то 12 лет назад. Поэтому разница в классе, она чувствовалась, но эти соревнования не ради первых мест, а ради возможности общения с зрителями, с детьми, мастер-класс. Ну и плюс мы еще раз друг друга увидели, с кем соревновались долгие годы в биатлоне. Сейчас у нас идет именно гонка легенд. Мы совершенно здесь никакие не политические, не СБРшные. Мы просто спортсмены, которые выступают здесь на таких прекрасных стартах. Стрелять было тяжело, потому что винтовка для меня новая. Стрельба стоя далась мне нелегко. В целом со стрельбой не сдалось. Надеюсь, в эстафете результаты будут лучше. Получил большое удовольствие от соревнований. Нас хорошо поддерживают зрители. Это нас мотивирует. Беларусь – страна замечательная. Минск – очень красивый город.